радий представити нашу ранкову гостю, директора міського методичного центру управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Ірину Лапко. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. Отже, сьогодні говоримо про ті свята, які вже приходять до нас не у вигляді лише мандарин і перечуття свята, але все ж таки і міська влада також турбується про те, щоб у жителів міста була можливість безкоштовно відвідати ті чи інші заходи зі своїми дітьми чи з друзями, компанією. Починаючи з 19 грудня, наскільки я розумію, уже буде розпочинатися такий марафон свят. Действительно, вот ходит, есть такая расхожая мысль, что зима – это единственное время года, которое приходит к человеку дважды, и в конце года, и в начале года. Но мы терпим зиму, потому что, главным образом, потому что она приносит нам невероятные сказочные праздники, это новогодие. И мы постарались в этом году и конец года, то есть зиму уходящую и зиму приходящую в январе, подарить николаевцам как можно больше праздничных событий, чтобы их не пугало. Ні така слякотна зима, як зараз, ні в'южна погода. Ну, я хочу сказати, що, знаєте, якщо порівнювати з тими заметілями, які можуть бути, то краще, мабуть, нехай буде тепла погода. Ну, що ж, тоді почнемо. Елка красивая, две даже елки у нас, вы знаете, все уже видели их в интернете и даже видели одну елку светящуюся. Но тем не менее, главный праздник у нас предстоит лишь только 19 декабря. И начнется у нас праздник Святого Николая в городе с детского городка «Сказка», куда Святой Николай приедет для встречи с детьми. Уже за прибудет, да, традиционно. Марафон. И, да, в 13:30 в «Сказке» начинается программа игровая театрализованная «Прыды, прыды, Миколаю», встреча со Святым Николаем. Дальше там формируется карнавальное шествие, карнавальная такая колонна святого со святым Николаем, Николаями и Николайчиками, и они в 14:30 уже отправляются от детского городка «Сказка» по улице Соборной до Каштанового сквера. Там зажигается первая елка наша на Соборной улице. И хотя в 14:30 на Каштановом сквере начинается своя театрализованная программа. То есть горожане могут и туда прийти, встретиться с Николаем. В 15 часов начинается церемония открытия елки на Каштан, в сквере. Святой Николай зажигает елку, там красивая еще концертная программа, и дальше вся карнавальная это процессия, все это шествие, вся колонна праздничная двигается к Соборной площади, где в 16 часов на горожан тоже горожан ожидает целая кавалькада праздничных событий. Здесь будет тоже сказка зимняя с зажжением елки и иллюминации на Соборной площади, которая только и ждет, чтобы порадовать горожан и зажечься во всей своей красе. После этого пройдет очень яркая, красочная программа Дворца культуры молодежного. «Молодежный витай», так она и называется. А после этого у нас начнется открытие, настоящее ледовое шоу, да, на катке. Открывается действительно впервые в Николаеве под открытым небом настоящий каток, где заливается настоящий лед. И это у нас такое называется, мероприятие называется «Хрустальный микс». Это на самом деле микс, потому что интегрированы в сценарий выступления и фигуристов, и концертные номера сюрпризные, и выступления ветеранов хоккейного спорта, ветеранов хоккея в нашем городе. Так что будет очень интересно. То, скажем так, миколаївці, які так сумували за тим катком, який був зачинений декілька років тому, жив, що називається. Да, тепер він відновлюється. В минулому році невеличка версія була напроти юності, тепер же величезна на Соборній площі буде ковзанка. Далі, що ще в нас? По окончании, значит, ледового шоу сногсшибательная концертная программа на большой сцене, там со световым шоу, это там и балет «Слайс», и лучшие исполнители, интересное, креативное ведущее, приходите. Даже если вы работаете, программа растянута так, чтобы все николаевцы смогли насладиться этим праздником. Ось так. И закончит этот день выступление группы «Bad Sister».
Ось так, друзі, тому розважальна програма для вас, для усієї вашої родини та для друзів 19 грудня забезпечена. Тому День Святого Миколая в Миколаєві все ж таки буде і буде грандіозним. Як обіцяють, будемо сподіватися, що дійсно воно так і буде. Далі, що в нас іще по розважальній програмі до 31-го, я так розумію, що святкування продовжується. После 19 числа начинается открытие районных елок. Я быстро пробегусь по графику открытия этих елок. 19 числа, само собой разумеется, что елка центрального района открывается на Каштановом сквере. 21 числа, 21 декабря, 12:30, проспект Богоявленский, бизнес-центр «Металлург Юга», там открывается елка Корабельного района, театрализованной программы «Что такое Новый год». В 14 часов в этот же день в детском городке «Сказка» открывается елка Заводского района. 23 декабря елка Ингульского района открывается возле ДК «Молодежный» на Театральной 1, и там же в этот день открывается и молодежная зимовка. 26 числа в 12 часов открывается елка Ингульского района в Николаевском зоопарке. У Ингульского района, понятно, он огромный, он большой, и там будет две елки для детворы. Так що, друзі, у вас днями організатори розтягнули це задоволення, тому є можливість відвідати абсолютно усі ялинки, отримати задоволення разом зі своєю дитиною по максимуму. Далі, у нас є також ще дитячі програми, які також будуть організовані біля кожної, я так розумію, з цих ялинок. В центрі також. Хто буде презентувати? Ну, зрозуміла річ, які ці дитячі програми. Я ще зроблю мостик від наших катків. В прошлом году многие горожане просто простаивали в очереди попасть на каток. Но в этом году у нас добавляется каток еще и возле Дома торговли «Южный Бук». Поэтому еще получается и каток молодежный. У нас будет три катка. Так что можно будет в детворе активно отдыхать всю зиму. Но что касается детских программ, то на Каштановом сквере, возле елки в Каштановом сквере и на Соборной площади с 21 декабря по 29 через день в Каштановом сквере в 11 часов будут начинаться программы, на Соборной площади в 13 часов, это по 29 число. Дальше с 1 января тоже будут программы, можно будет отдохнуть после новогодней ночи и прийти на детскую программу в 13 часов на Каштановый сквер, и с 15 часов начнется огромная программа, концертная сцена не будет убираться с новогодней ночи, ведь мы в этом году встречаем Новый год, конечно же, все вместе на Соборной площади, место встречи Нового года изменить нельзя. Там готовится огромное тоже шоу с участием и группы «Радио Старс», и ведущих танцклубов города. В общем, будет очень-очень хорошо. Ансамбль «Южный патруль». Все готовятся. Свои программы новогодние. Приходите. Тому готуйтесь. Не тільки 31-го відсвяткувати на максимум, але ще й залишити сили на 1 січня також. Стосовно цих програм зрозуміло. І, звичайно ж, якщо все ж таки брати в результаті всю програму, яку організовано, що найяскравіше, скажімо, так, хотілося б, можливо, проанонсувати для наших телеглядачів, для миколаївців, що обов'язково треба побачити, що буде знаковим, чого пропустити, ну, не варто. Мы советуем горожанам, нашим николаевцам, обязательно посетить 22 декабря выставку, открытие выставки новогодней в детской художественной школе. Называется «Желтый пес». Кто хочет подкрепиться и обогатить свой опыт в оформлении новогодних праздников, придите, насладитесь этим новогодним креативом. 23 числа на Каштановом сквере замечательно в 12 часов начнется программа концертная с участием народных хоровых коллективов наших клубных учреждений. Приходите подкрепиться этим талантом, яркостью наших аматоров. Клубных аматоров. 8 числа «Песни старого яхт-клуба» выходят снова на Каштановый сквер. Программа с 15 до 17. Приходите, поддержите «Песни старого яхт-клуба» в новогодней интерпретации, понятно. И 13 и 14 января и на Соборной площади будут тоже большие мероприятия, красочные, с народными гуляниями, с ярмарками, с аттракционами. Приходите, друзья. А еще маленький секрет. Строится небольшой домик у нас на Соборной площади, где святой Николай оставит свой волшебный сундучок для сбора рисунков. И лучшие рисунки святой Николай разместит на той же выставке на Соборной площади –
13 и 14 января. Так что домик будет открыт в часы проведения наших программ. Следите за рекламой. Афиши будут везде. Рідна вулиця тоже дает свою информацию, то есть нашу информацию. Отож, друзі, долучайтеся. Малеча так 100% Святий Миколай любить ваші малюнки, тому малюйте, залишайте його в спеціальному будиночку. Ну і більше того, потім зможете помилуватися цими своєю творчістю не лише ви, але і усі жителі міста. Вам дякую за те, що сьогодні залетали до нашого ефіру. Друзі, ну що, насправді, як бачимо, насичена програма, у вас є що вибирати. Можливо, завітаєте абсолютно на будь-які заходи, на всі заходи, якщо сили вистачить. Ну і вкотре пам'ятайте, що не лише 31 грудня обмежується святкування Нового року, тому що програма розрахована аж до 14 січня. Тому ковзанки є, готуємо лижі, сани, будемо